Эй, всем привет, народ! С вами снова Лайт, и мы продолжаем наше путешествие по древней Греции с целью спасения несчастных богов от злобных титанов. Как вы помните, в предыдущей серии мы нагнули Грифона успешно. Битва была непростая, но зато успешная. Сами понимаете, это чертовски важное дело. Поэтому давайте подумаем, куда мы отправимся дальше. Меня привлекает этот знак вопроса, и это золотая хрень. Поэтому мы летим тудыки ее растудить. А вот, кстати, да, обратите внимание на нашего новенького Феникса. Это теперь наш товарищ, и он за нас. На все 100. Спасибо. Так, ну что, к этим ребятам сунуться? Или к этим ребятам сунуться? Спасибо за грибы. А туда нужен камень или что-то еще. Ладно, давайте посмотрим. Кому принести суждено, ленты сюда, щит и вино, чтоб, наконец, обрел покой, отдавший воинам жизнь герой. Спешу, а ты сей стих прочти и воина освободи. Кто-то вырезал все это на доске? Мог бы не тратить время на стишки, а похоронить друга как должно. Значит, теперь Феникс пойдет искать ленты, вино и щит? Раньше герои вели себя иначе. Они помнили о цели. Слышь, Зевс. Самый короткий путь не обязательно прямой. Так, ну что, судя по всему, у нас это интересное испытание Одиссея. Ну, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Блин, не успел, что ли? Да ладно. Охренеть. Ай, нам надо дострелить сюда. Так, подождите-ка, ну-ка еще разок. Кажется, я перебрал. Ну да ладно. Ё-мана, да вы чё? А, нет. Кто молодец? Я молодец. Фух. Чё? О, монетки. Спасибо. Так, но я вообще сюда не за этим приехал. Так, ну что, наверное, туда? Надеюсь, доплыву. Лучше плыть медленно, зато верно. Больше шансов дожить. Знаете ли. Так-с. Отлично. Цветочки. Ну чё, где забираемся-то?
Где у вас удобное местечко, дабы забраться к вам? Очевидно, вот. Я не понял, у вас что, проблемы? Птицы, у вас чё? Наглые твари. Ну иди сюда. Ай! Гаси, ублюдок! Вот так вот. Говно. Дайте мне инжира. И цветочков. Так. Собственно говоря, ага, вон, что-то лежит. Вино! Вот это да! Наконец, что-то стоящее внимание. Верно? Зевс, а ну молчи, ёпта. Бородатым слова не давали. Так, аккуратненько поднимаемся сейчас. Давайте-ка. Так, отлично. Вот этот куб я, кстати, уже видел. Ага, значит, его и там тоже надо было нести. Все понятно. А, стопы. Вот туда. Ну, цель-то мы добились. Добились, это главное. Ура! А ну-ка, порадуйте папочку. Давайте денежки и побрякушки. Ух ты, шлем. Ну-ка, ну-ка. Плюс 20% к урону, никак, ну, блин, соблазнительно, но нет. Это не мое немножко. Ладненько. Идем дальше. Как говорится, на чем мы там остановились? 200 метров туда, 200 метров туда. Ой, нет, туда мы не идем пока. А туда слишком далеко. Так, дайте мне карту. Сейчас надо посмотреть, что куда. Мы все решили. Ну что, давайте вернемся, наверное. В зал богов? Да, вполне себе вариант. Проапгрейдим здоровье чутка. Эпиляция воском, спа, курорт, ох уж эти боги. Греки, что с них взять? Так, ну давайте. Вот это я понимаю. Все, а, 6 у меня было, да? Ну да, тоже хорошо. Герой-алхимик. Радужную пыль он пьет. Наркомания какая-то.
Но броник у меня хороший. Так, молнии Зевса, я полагаю, у меня, полагаю, маловато. Да. Монет сколько? 4. Кстати, что-нибудь полезное на них можно и взять. Какой-нибудь супер прыжок, кстати. О, давайте-ка. Лишним не будет. Так, а вот на этом у нас денег нема. Нема? Нема. Ладно. Ну, сюда даже лезть не стоит, я думаю. 8. Да. Это качаться и качаться. Ох, эти аугментации. Да я крутой. Дык. Так, нет, это нам не надо. Ага, тут все тихо. Тут все тихо. Ага. Сюда пока не лезем. Так, о, побарыжить, блин. А у нас нет ни хрена. Блеск. Но можно что-нибудь качнуть. На броню не хватает. Жаль. Так, на зелье тоже не хватает, понятно. Ага. Все понятно. Луки. Блин, ну надо было вообще. По уму-то. Куй железо, пока горячо, правильно, ёпта. Видите, лук. Ну, прям чувствую себя Хоукаем, ёпта. Героически. Ладно, раз мы такие крутые, давайте-ка сундучки пограбим. Get down, bitch. Сюрприз, птичка. Забавно. Вообще топор я не качал. Ну ладно. Будем считать, что мы очень-очень рады. Так, стоп. Мне не нужен этот квест на отслеживание. Вы чё? Феникс и фу... А-а-а. Чудно. Так-с. Блин, как бы... О, не отслеживать. Спасибо. Так, ну чё, здесь, судя по всему, головоломка. Посмотрим, с чего начать. Ага. Понятно. Так, что у нас тут с камнями? А,
Понятно. С камнями, похоже, хреново. Начать-то с чего-то надо ведь. Ага, надо врубить два кристалла. Тогда мы достигнем цели. Кристаллы расположены в двух разных местах. Нифига себе. О! О! Слушайте, это мне нравится. Так, ну-ка, погнали. Блин, ну я говорю, разбег, пацаны. Отлично. Один есть. А теперь гораздо интереснее, что со вторым делать. А, то же самое, что ли? Тьфу ты. Хорошо быть супергероем. Мне кажется, здесь какой-то подвох должен быть, не? Быть и нет. Никаких подвохов. Все элементарно для безобразия. Ну, приветик, сундучок. Чем ты меня порадуешь? Давай, деточка. Папка любит тебя. Щетинистый шлем. Это что у нас такое? Плюс 30 к урону от завершающих комбо-ударов. Блин, это было бы, конечно, неплохо, но с другой стороны... Сейчас чё? Блин, нет, плюс 40 урона как во время глушения гораздо полезнее. Однозначно. Подождите-ка, а еще там что-то есть. Ха-ха. Ха-ха. Ой. Что за пресс? Здесь потолок был дырявый, разве нет? А, потолок там дырявый. Тьфу ты, ну ты. Вообще, что-то я ем. Мне кажется, здесь что-то еще есть. О, стопы. О. Вау. Сколько жратвы? Ладно, не так уж и много, но все равно приятно. Так, меня смущает вот этот красный барьер. И вот этот вот красный барьер. Забраться сюда никак нельзя. Любопытно. И... Куда нам надо пострелять? Так, а там какая-то платформа есть, кстати. Это интересно. Посмотрим.
Ага. Может, камень потяжелее взять? Надо туда и пострелять, наверное. Ага, все, я понял. Окей. Неудачно. Блин, а фокус хороший. Мне нравится. Я что-то как-то озадачен. Ну хорошо, мне выпали камни. Это подожди, так это я чё? Понятно. Судя по всему, по уму я должен был вот так решить головоломку. Но у меня все оказалось гораздо проще. Да. Иронично. Понятно всё с вами. Валим отсюда. Дайте мне карту. И погнали отсюда, блин, клоуны. Так, ну что, я вот туда бы сходил бы, наверное. Или на юг сбегать. Давайте на юг, наверное. Там пару сундуков. Надо бы их навестить. Да и недалеко особо так. Хотя, кстати, испытания со фресками еще ближе. Но оно так высоко, ё-мон. Пожалуй, потом туда слетаем. Блин, жалко, грибы, конечно, мы потратили нехило, но... Опачки. Привет, медведь. Один готов. Да чтоб тебя. Да. Наш Феникс знает то, как устроить нормальное такое бомбалео. Не поспоришь, ладно, бежали дальше. Куда бежим мы с пятачком? Блин, хорошо бежим, кстати. Очень хорошо. Блин, тормознул, ладненько. Подкупим силы. Ух, ё. Так. Здесь мне нужен очень тяжелый камень. Плохая птичка. Так. Отлично. Ой.
Слышь, урод. Так, ладно, перехват инициативы. Ладно, ладно. Я где что-то атакующее. Вот так вот, одноглазый. Будешь знать, ёпта, с кем связался. Хотя это мы с ним связались, но это детали. Нифиг сундуки охранять, понимаешь ли. Давай, порадуй папочку. Но, ух ты, новое оружие. Плюс 33 к урону на 6 секунд. При идеальном оружии. Вот, блин, ну ты пойди угадай. Полное здоровье, все равно уклоняемся с тобой чаще. Выглядит вообще ничего так. Ах, это еще и меч подземного... О-о-о! Ушедшие мечи подземного мира. Прикольно. Так. Пособираем грибочков. О, у нас теперь 5 хп, кстати. Это хорошо. Так, карту мне. Налево. Куда туда нам, короче говоря. Сверимся с картой. Да, туда. Через острова. Кстати, там какие-то новые зверюшки. На лошадке сейчас поскачем. Спокойно, спокойно, пацаны, спокойно. Плохая лошадка, все хорошо. Спокойно. Вот тот же. Я тут начальник. Олень, лошадка. Круто. Ну ладненько. Так, ну что, ну тогда прокатимся. Нам как раз в нужную сторону. Ёмана, минотавр. Так, один есть. Есть контакт. Так. Получи, рогатое чмо. А я первый успел. Рогатый, соси прощай. Вот так вот. Ибо нефиг. Чё, нас хорошего? Вау. У меня новый лук.
Ух. А у меня есть усиленный выстрел? Проклятый лук. Звучит. Одобряю. Такс. Продолжаем. Куда мы там дальше хотели? О, вниз. Потом еще раз вниз. Отлично. Побежали. А чё, фруктиков нет, пацаны? Ха. Ну а чё, инжир пригодится. Сделаем крутых зелий. Ух ты, сколько грибов-то валяется, вы зацените. Хорош, вот это раздолье. Ага. Ну ты сама пришла, птичка. Так что катись-ка ты отсюда, птенчик. Бум. И еще бум. Нет, ты нормально лысый. Слышь, у тебя что, проблемы? Ну-ка, давай поговорим об этом. Охреневший звездюк. Надо будет подлечиться чуть-чуть. О, давай, швыряй говно, давай. Теперь моя очередь. Блин. Ладно. Да пошел ты. Ой, не-не-не. Пошел нахрен. Тоже мне умник. Маловато, хорошо. Все еще маловато. О, бревно. Нормас. Вот это солидный вес. Блин, ничего так. Ладно. Доложим еще камешек. Эти-ти-ти-ти. Ауе. О, привет, сундучок. Больше ничего нету. Давайте что-нибудь реально крутое хочу. Грозовой шлем стервятника. Ну-ка, ну-ка. Плюс 20 урона в воздухе. Это мне нравится, кстати. Хм. Блин, ну, как ни странно, лучше, блин, маски медузы до сих пор нифига не было. Отпад. Ладно.
А кнопку зачем? Харен знает ключи, да? Ладно, идемте в подземелье наведаемся. Нас ждут головоломочки наши любимые. Отличный бросок, дружище. О, черт. Стопы, дружище. Разговор не окончен, братишка. Давайся, одноглазый. Тебе все равно не жить, ёпта. Поехали. Вернее, полетели. Так, посмотрим, что у нас за головоломка очередная. Арена... О, выживалка, что ли? Главное, не истратить все аптечки. Это чё за нафиг? Матерь божья. Куда ж ты упал-то, дружище? Ну ёмана. Это пипец. О, еще и все сначала. Неплохо. Хорошо, давайте. Ну давайте, суканы, я готов. Есть контакт? Хорошо. Неплохо. Так, третья спичка. Так, начнем с медуз. Или нет? Читерство,
конечно, но почему нет? Кто молодец? Я молодец. Феникс молодец? Феникс молодец. Погнали. Тайных нычек нету? Ну что ж, испытания стойкости мне понравились. Отличная тренировка боевая. Ну, подайте мне молнию сюда. Я молодец. Определенно молодец. Подземка Законопатси. Она рождена Законопатси. Возможно, мы там не все завершили. Блядь, там был сундук? Где? Охренеть. Так, ладно, а что у нас там с квестами-то, кстати? Что от нас вообще требуется-то, блин? Но в логово войны пока соваться не будем, с испытаниями Гермеса тоже что-то там было непонятно. Ну ладно, блин, давайте что-то тогда... Куда-нибудь... Телепортнуться. Блин, вот это мифическое испытание фрески мне очень интересно. Давайте, ладно, к Амброзии сходим. Стоп, где запад? Запад там. Грибочки. Грибочки — это хорошо. Так, 150 метров будет Амброзия. Хорошо. Слышь, не рычи на меня, ёпта. Так, а чё, ещё одна Амброзия или мне показалось? Явно подозрительная локация какая-то, на мой взгляд. Ну да ладно. Благодарю. Здоровья много не бывает, поверьте. Так, ага, там у нас будет испытание. Чё-то, конечно, вообще там ничего нет. Сундук очередной. Ну, там мы тоже смотрели. О, стоять. And another chest. О-о-о, ух-ух-ух. О, еще одно испытание фресок. И еще одно. Ничего себе. Так, ну ладно. Так, циклоп одинокий ходит. Ладно, куда мы хотели-то? Мы хотели испытание Одиссея, как я понимаю. Ну здорово, уроды. Да. Никто не мог устоять перед Эросом. Ни боги, ни смертные, ни звери.
Сын Афродиты мог заставить свою жертву полюбить кого угодно. Ему хватало одной стрелы. И? Ага, стрелы. Хватит уже. Даже сам Эрос не мог устоять перед... своей стрелой? Так, Зевс, ты на что-то намекаешь, грязный извращенец? Ну, поехали. Чувствую, я здесь все будет непросто. Хотя... блин, а они знают толк веселья. Но кто молодец? Я молодец. Именно так. А ну дай сюда. Ух ты, 6 монет. Ничего себе. Вот это мы хорошо сводили. Клёвенько. Что у нас еще на карте есть рядышком? О, испытание фресок. Я вот, кстати, давно меня это интересует. Слышь, я. Хорош бодаться, тварь. Вы вообще знаете, кто я такой, ёмана? Да. Да, идеально в плане, это прикольно, это мне нравится. Так. Блин, это же пятнашки. Нормально. Непонятно, что мне это дает. Попробуем для начала с простого варианта. Ага. Хитро. Одобряю. Ладненько, так, сейчас еще и двиг надо. Блин, вот это круто. Это интересная головоломочка. Так, ну чё, значит, тут чё на картине-то? Значит, скорее всего, статуи надо быть сверху. Хотя, скажу вам честно, я никогда не любил чёртовы пятнашки. А тут, кажется, все элементарно. Просто грустная баба. Чё даем? Ай, понятно, монеты. 4 монетки, неплохо. Слушайте, это мы удачно подкопились-то. Помнишь самое странное задание, что Афродита дала Психее? Перебрать гору ячменя, гороха, чечевицы, фасоли... Какой ужас. Хватит. От перечисления и то голова болит. А, это и есть Психея, понятно. Ой, юмористы. Так, на чем пройдем дальше? Испытание скорости на север. Ну,
Почему бы и нет? В конце концов, кто-то здесь должен этим заниматься, понимаешь? Так что почему бы и нет? Ага, вон. Психея опасный приказ. Собрать 6 златорунных баранов, не погибнуть от их рода. Стоит того. А то ж. Однозначно. Блин, вы посмотрите, какой лук, какой меч, какая секира. Офигеть, я просто... Я просто прекрасен. Как там, красив как бог. Цветочку наберем. Ой. Я на еще одно испытание наберу. Клево, ладненько. Вот оно, мастерство, народ. Не зря спортом занимался в детстве. Так, что, еще монет? Охренеть, я богат. Да. Ничего не скажешь. Удачно я вот этот райончик заглянул. Тут еще испытание фресок, еще одно. Давайте, я заинтригован. Так. Чувствую какой-то гадский подвох. Ха-ха-ха. Какая пакость, блин. Вот. А если так? Ага. Так-с. Ладно, попробуем так.
блин. Так, по-моему, мы сами себя заперли. Пока нет. О! Ну-ка, 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 ну-ка. Так, кажется, я молодец. Ну-ка, 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 давай, давай, давай. Yes. Кто-то что-то кому-то дарит. Блин, неожиданный приток монет. О, это я помню. Психея отправилась в царство мертвых, чтобы забрать у Персефоны корзинку с притиранием. Тачурка это. Надо было лишь отдать ее Афродите, не заглядывая. Но Афродита знала, что Психея любопытна, и что Персефона не взлюбила богиню любви. Когда Психея заглянула в корзинку, повалил дым, погрузивший ее в сон. Вывод. Не заглядывайте в корзинки. Так. Отпад. Тут еще и подземелье в соседнем. Лады. Почему бы и нет? Ух. Так. Плохо. Так. Где? Почему грибы не помогают? Так. Что за... Блин. Ну это уж вообще без... Бесчестно. Я ж даже маршрута не знаю, куда лететь. Так, дубль 2. Охренеть. Судя по всему, ух, ё-мана, это пипец. Так, ладно. Ничего так. Матерь Божья, это что за на... Да вы совсем психи, народ. Какого хрена? Так. Это ж надо же такое придумать, а? Извращенцы. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Ух, ё! Да вы чё? Так, ладно. Бог любит троицу. Жесть какая.
Эй-эй-эй-эй-эй! Тут твою ж налево! Блин, ну и как я должен был догадаться увидеть эту хрень? Суки. Ладно. Не ссать, принцесска. Так, дальше, значит, надо вперед. Ой, ё-мана. Да, трагичненько, однако, вышло. Так, ладно, все, давайте допройдем это испытание, постараемся и заканчиваем на сегодня. Господи, как больно. Да, с этим понятно, ладно, тут все просто. А вот там что-то, блин, затуп конкретный. Блин. Да чтоб тебя... Ненависть. Воистину ненависть. Так. Ладно, давайте, мы сможем. Мы же не нубасы какие-нибудь. Мы, блин, герои Феникс. И так далее, и тому подобное. Во! Yes! Отлично. Кажется, там что-то на время. Или какие-то чертовы ловушки. Да вы вообще что ли, а? Серьезно, еще и камни на меня кидать? По-моему, у кого-то нет ни стыда, ни совести. Это пипец. Что надо же такое придумать? Фух. Новые твари. Охренеть. Больно же, блин. Фух. Новые твари. Все, дайте мне молнию и пропади все пропадом. Охренеть. Ага. Блин, там еще и где-то сундуки, вид, лежат, охренеть. Я где-то должен догадаться, где они там лежат. Ну-ка, покажите-ка мне карту, господа. Ну, я так и думал. Грёбаный сундук.
Фига. Бронь дерево. Ну, допустим. Так, там я был. Там я вроде тоже был. Да. Так, ладно, все, выпусти меня из этих ловушек уже. Дайте мне карты и вообще. Так, на это подземелье меня осилили. Ну-ка, давайте к котлу сходим, а? Отлично, пропланировали ловко-ловко. Одобряем. Так, 50 метров. Выкусите. Ага, отлично. Так, цветочки. Так, вот еще цветочки. Ну что, время что-нибудь за... Ух, ё, зелень, ни хрена нет. Однозначно. Блин, не хватает. Так, а тут... А тут тоже ни хрена не хватает. Да. Не светит нам пока золотой янтарь. Ну ладно, хпшки хотя бы сделали, уже хорошо. Но мы и бурду сварили. Да. Мы молодцы. Ураном. Так, ладно, все, наверное, на сегодня закончим, народ. Всем спасибо за просмотр. Всего вам хорошего и ждите новых серий.